7 июля в час ночи водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Honda Avensis, осуществлял движение по улице Маяковского со стороны улицы Боровая в сторону улицы Трудовая и на перекрестке с улицы Красная Сибирь совершил столкновение с автомобилем Honda HR-V под управлением водителя 1999 года рождения, который в это время двигался по улице Красная Сибирь со стороны улицы Спартака в сторону улицы Островского, после чего автомобиль Honda HR-V совершил наезд на препятствие, бордюрный камень. В результате данного дорожно-транспортного происшествия в автомобиле Honda пострадали две женщины-пассажиры. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортного происшествия.